Сорвалась у меня рука с отверткой. Да, по фотику эта съемка прервала. Хотя бы это не показывает. Унутра вместе с кинескопом сейчас достанем. Вот. О, держись, это аж пульки две. Почти достал. Главное, чтобы не упало оно все это дело. Сейчас у нас не разбилось тут на каменюках. Достаем полностью телевизор изнутри. Тяжеловато. Опа. Вот так, оказывается, разбираться быстро и легко. Вот телевизор наш. Осталось от его вот корпусяка. Только еще маленький корпус такой. Небольшие, наверное, вот 47 где-то на 55 будет. И так сантиметров 28 ширины. Вот такая алюминиевая. По кругу идет. Хрень тут алюминиевая. Это я потом отверткой выколупаю, это случайно сверху снялось. Да. Так, что у нас тут получается? Вот он, наш телевизор в разобранном виде. Можно было и не снимать этот болт, чтобы не болталась плата. Что тут при дневном свете будет внутри сейчас? Еще глянем. О, еще лампа одна. Какая-то. Ну это уже высоковольтная точно. Вот. Снял. С катушки высоковольтной. И сюда. Хоп, вытащу. Такая вот высоковольтная лампочка. Лампа. И С и ИП. 10-75 год. Сделано в СССР. Свет бликует, так не видно. Такая лампа интересная, маленькая. Вот, более. Так как первый телевизор. У нас тут дальше получается вот кинескоп с этой стороны крепится болтами, и все проблемы открутим сейчас 4 болта, полностью будет разобран уже телевизор. Динамик старенький. Жароватый, негодный никуда. Тут немного бронзы в резисторах. Эти что регулировать, штырьки бронзовые. Так, переворачиваем. Болтики в кучу будем ложить, пригодятся. Все, кинескоп выкрутил полностью. Вытащили кинескоп налегке так. Маленький целый кинескоп. Так. Это все потом мусор пособираем, ведро на мусоровозке. Ну вот, раскрыл полностью я телевизор этот. Что у нас тут? Видно, фото на кинескопе было прижата бумажка такая, номер кинескопа 914115, звездочка знания. Ой, еще внутри один трансформатор стоит, не башу я. Получается 3 таких трансформатора. Это хороший трансформаторчик, не замокший, не ржавый. Можно и оставить. Ладно.
получается раз, два, три малых трансформатора. Эти больших. Так он называется, ТС-160. Название. Вверх тормашками. ТС-160. Подлежу всему аккуратно, покуда хай лежит. Но металл разбирать не буду. Трансформатор. Хай побудет. У нас тут пакетник. Надо третья рука, чтобы камеру держать и разбирать. Нужно было так. Сейчас пакетника выкрутим. Глянем, что в пакетнике внутри. На улице у нас прохладно сегодня, 8 градусов всего. Ну, пчелы летают, работают потихоньку. Так, еще где-то болтик держит. Сколько они тут этих болтов навертели. Вроде вынялось. На проводах подвисли. Вытащили кабанчиками. Припаяно все. Ну, собраны качественно. Телевизор хоть и маленький, но еще на болтиках вокруг. Да. Так, откручиваем. Отвертку упали. Откручиваем тут. Все запчасти. Открывать будем пакетик. О, налегке открылся. Там налетал. Вытягиваем. Хранят. Опа. Это или часть осталась, или не было. Не было одной части. Пакетик старый. С пакетника запчасти. Походу эти стоят ферриты, частоту регулировать. Ну и проволока медная внутри, мелкая. Что вот эти контакты мелкие, посеребренные. И внутри у нас тут ничего такого нету. Стоят вот конденсаторы. Видно синий конденсатор. Это маленький такой флажок. Трубчатый он серебро содержит. И с этой стороны сверху тоже трубчатый конденсатор под лепестками эти вот изоляции. Ну и все, что тут есть. То трансформатор большой, их перематывает немного. Я то не занимаюсь перемоткой. Перематывает на зарядное устройство, хорошее получается. Ну а это резистора, старый SP1. Их так ничего нету так. Вот такая вот фигня. Это был у нас телевизор кварц 303. Какого-то там 76-го что ли года. Забрали. А это что-то еще у нас тут не досмотрел я. Снимем. Это просто вилка подключается. Еще. Стоят что-то такие-то. Мелкие такие стеклянные вот диоды. Полосатенькие. 74-го года. Вот. Здесь тоже стоят в этих вот алюминиевых трубчатые. Такие вот серые.
белки. Почти во всех по одной, там по две белки. Да и все. Особо такого ничего ценного в этих телевизорах стареньких, кроме меди где-то. Ну, меди получается. Вот. С кинескопа. Грамм. Около 200. Три малых трансформатора грамм по 100. 300 грамм. Уже 400. Ну и в этом вот. Где-то вот тут затаился. О, снизу. И в этом большом грамм 400 уже. Грамм 800 меди выйдет. Ну и еще провода ободрать. По-любому будет 800. Ладно, на этом буду заканчивать. Потом уже будем этого разбирать в следующий раз. Покуда я сяду, провода пообрезаю все. Отделю от плат. Отдельно. Металл этот отделю. Это надо двумя руками делать, так что снимать не буду. Всем удачи. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.